выкручиваем из снятой сферы клапан. Остатки выпускаем, естественно. Далее мы этот клапан нажимаем в тиски, точнее эту пробочку. Мы пробочку просто превращаем в клапан. И просверливаем дырочку. Ближе возьми, чтобы видно было. Вот так вот посередине. Берем кондиционерный клапан, выкручиваем из него золотничок. Так, клапан вставляется в нашу заглушку просверленную. Покажи, она внутри просверлена сверлом троечкой. Так. А сверху просверлено 6,5. И клапан кондиционерный. Вот. Без золотника обязательно, потому что мы будем его впаивать. Золотник сгорит. Так, вот еще один. Так, серебряный припой. И впаиваем. Так, впаяли клапан в пробочку. Так. Теперь можно вкрутить золотничок. Золотничок. Зажать. И заменить прокладочку. Прокладочку на новую. Сюда колпачочек будет накручиваться. Такой вот. Под шестигранник. И заправочный штуцер готов. Для заправки сферы, не снимая с автомобиля. То есть заменяем заглушку на заправочный штуцер и заправляем прямо на машине сферы. Все. Выкрутили пробочку. По пробочке закручиваем клапан на герметик. Кислородный баллон заправлен азот. Теперь я его подключаю.